Приветствую всех, дорогие гости, с вами Ромулус, и мы подходим ко второй главе кампании «За Альянс». Называется «Заварушка у черного камня». Двадцать минут спустя в ставке утра неподалеку от лагеря клана «Черного камня». Двух лучших рыцарей на переговоры с вождем орков. Они должны вот-вот вернуться. Проклятие! Эти орки никогда не сдадутся. Тогда в атаку и уничтожим этих тварей. Запомни, мои паладины, в своих поступках мы не можем следовать одной лишь мести. Позволив жажде крови затмить наш разум, мы станем такими же, как орки. Ты прав, Мута. Теперь, если у тебя еще остались силы, я хочу, чтобы ты возглавил эту атаку. Я? Ну, конечно. Я останусь здесь и буду охранять лагерь. И я не подведу тебя. Я знаю, мой мальчик. Конечно. Ну что ж, начнем строительство нашего нового лагеря. Да. Сейчас все деньги, правда, будут потрачены на добычу ресурсов. Свет дает мне силу. Я готов. В любом случае, с нами утро 10 уровня, и мы сумеем легко победить любых противников, имея такого союзника. Так, в копилке у нас 20 тысяч, так что я думаю, со временем мы это все вытащим. Не думаю, что все прям успеем, но большую часть золота сумеем. Так, максимальный темп добычи золота взят. И с деревом то же самое, наверное, будет сделано. Я готов. Опять работаю? Да, Так, ну 4 работников на дерево, 5 или 6 на золото вполне достаточно должно быть. Ладно, совсем немного времени здесь остается. Кто-то уже решается на меня напасть, и зря. Так, ну зачем же нападать на эту вышку было? Блин, вот утр помог. А, ё-моё. Да, не успели мои работники справиться с этим испытанием. Не нужно кланяться. За моего отца! Ладно, не успели там, сверху успеем построиться. Так, и все-таки вышку надо достроить. Во имя правос... Где враг? Так, а что мне надо достроить? 2 фермы, казарму, 6 пехотинцев. Постройка завершена. Хорошо, по 2 вышки у нас с каждой стороны будет. Дополнительная атака какая-то никогда не помешает. Я пошел. Я служу свету. Чего? Да. Ну вот остается поставить самую малость. Одну или 2 казармы. И спокойно разбить противника. Хорошо. Не нужно платить. Стройка завершена. Так, а это кто? За честь и отвагу. Мы рады встрече, добрый человек. Хочешь поохотиться с нами? И какая же дичь нужна гномам в этих лесах? Мы ищем черного дракона. Говорят, что его кровь... Ай-яй-яй-яй. ...клинок силы огня. Если ты поможешь моим друзьям, мы
Пожалуй. Так. Огненный клинок мне не помешает. Дракон, которого мы ищем, зовут Сиренокс. Теперь он не уйдет. Опять-таки Артас на себя сразу же принимает весь удар противников. Так, и пойдем выполнять дополнительный квест. Разумеется. Конечно. Так, опять кто-то. За честь и отвагу. Они получат по заслугам. Не любят меня эти орки. Так, ну пусть они пока не любят. Тем временем будет построено необходимый минимум для захвата противников. Я служу свету. Отличный план. Так, мне ферма еще необходима. Да. Чего? Хорошо. Не нужно кланяться. Поздно просить пощады. Жалкий глупец. Теперь я действительно дом. Конечно же, любую миссию можно пройти гораздо быстрее, но лучше выполнять дополнительные квесты. Они помогают нашему герою стать лучше, набрать необходимых артефактов до момента основной атаки, что значительно может нам облегчить жизнь. Отличный план. Так, ну вот, как видите. Так, наверное, я повышу защиту на 3 единицы. Они получат по заслугам. Конечно. Да, господин. Готово. Я служу свету. Так, ну все, готовимся. Постройте ферму. Чего? Ну, я пошел. Угу, да. Хорошо. Где враг? Я служу свету. Свет дает мне силу. Так, можно было бы сходить на дракона посмотреть. Но, скорее всего, нам здесь понадобятся какие-то стреляющие юниты для этих целей. Не нужно кланяться. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу. Отличный план. Так, неужели это он? Во имя правосудия. Куда стрелять? Где враг? Конечно. Ха, нет, явно это не то. Дракон должен быть как минимум 10 уровня. Отличный план. Разумеется. И есть. Так, отлично. Ну, дракону не дано уже выжить. А мы сохраним всех юнитов, которые приобрели. Теперь мы отнесем его сердце гномам. Так, тем временем наш враг просто-таки опустошает наши границы. И, скорее всего, нам придется возвращаться. Так, превосходно. Нам снесли всего лишь одну вышку. Походу, не одну снесут. Опять работает? Да, господин. Хорошо. Ну ладно, невелика потеря. Да, ваше сельство. Во имя правосудия. Жду приказания. Я перекую ваше оружие. Отныне оно будет разить врага огнем. Во имя правосудия. Так, ну что ж. Противник что-то подарит мне сейчас. Да, сэр. Где враг? Отлично. Ну, плюс 5 в каждой атаке тоже неплохо. И возможность атаковать летающих юнитов. Разумеется. Конечно. Да, ваш брат. Как скажете? Что прикажете? Подсуммировав все наши бонусы, думаю, мы сумеем разбить противника с первой же атаки. Не нужно кланяться. Да, ваш вроде. Есть. Что куда стрелять? Хорошо. Во имя правосудия.
Ну, удивительно этот бонус получить. Свет дает с такой легкостью. Конечно. Исследование завершено. Разумеется. Мне даже утр теперь не понадобится. За честь и отвагу. Жду приказания. Ну все, все, все. Так, обустроили мы лагерь. Теперь пойдем, наверное, на противника. Сразу выбивать его из его логова. Исследование завершено, разумеется. Постройка завершена. За честь. Глупец! Демоны придут с небес, и этот жалкий мир сгорит в огне. Так говорят колдуны из клана Черного Камня. Да, эту песню я уже слышал. Вас, орков, ничего не учит. Это был только призрак. Проклятие, чего они добиваются? Близится конец света. Пусть эта жертва смягчит гнев демонов. Безумные твари, вам никогда не уйти от... Ай-яй-яй-яй-яй, ну как обычно. Зло в классическом своем проявлении. Отличный план. За честь и отвагу! Конечно. За честь и отвагу! Конечно. Жалкий глупец. И даже классическое зло погибает. За честь и отвагу. Исследование завершено. Тем более, что у нас юниты хотя бы имеют базовые прокачки. Это весьма облегчает наш путь. Конечно. Так, ну что здесь может прятаться? Совсем немного юнитов. Да, ну не без потерь эта битва пройдет. Одного юнита мы минимум так потеряем. Разумеется. Да, вообще великолепный бонус у нашего врага. Уметь разделиться на несколько частей, но маны на бесконечность не хватит. Так, ну, братцы, давайте, давайте. Чуть-чуть осталось добить это создание. Так, есть. Ну что ж, по-видимому, задание основное выполнено, и на этом квест заканчивается. Ты справился, мой мальчик. Люди запомнят эту победу. Не знаю. Орки приносили в жертву крестьян. Похоже, они пытались призвать демонов. Орки цепляются за старые традиции. Мы победили их демонов давным-давно. Возвращаемся домой. У нас был тяжелый день. Вот и все. Благодарю всех за внимание. С вами был Ромулус. До скорого.